Добрый вечер всем. Получил два телефона. Один уже забрали, прямо буквально по дороге. А вот он второй. Немножко его здесь придавили. Но вот такой телефон я заказал. Он толстый, он такой мощный, его приятно держать в руках. Фонарь здесь хороший, да. Он водонепроницаемый. Вот здесь, кстати, видите, саморезы. Это реальная. Там стоит прокладка. Это, и вот, гляньте, под руку. Вон. Снимать крышку. Вот это реальная, как бы, влагозащита, да. Никто не говорит, что он там... вообще с ним плавать можно там где-нибудь по океану. Но... она есть. Сейчас разберем, посмотрим все. И вот такой у меня есть еще телефон этой же фирмы. И почему я взял себе вот такой, а вот этот я взял отцу. Он любит такие здоровые. У него сейчас еще вот тот Land Rover, который... Так, что тут был уже ранее на обзоре? У нас вот такая светильник в подарок. Светодиодный такой. И шнур. О! О! Вот это мне уже нравится. Отверточка есть. А я уже свою взял выкинуть. И здесь вот зарядка обычная. Никакая не американская, которая к нам не подходит. За этим тоже надо следить. А вот, кстати, давайте на моем попробуем, как работает фонарь. Здесь повербанк есть и в том, и в том. Оп! И надо включить. Сейчас еще надо его сначала найти. Этот повербанк. А ну-ка, настройки телефона. Это ключ. Это подсветка. Где-то я находил этот повербанк. Вот только где... Ну, подключения нет, Bluetooth. Так, ну не знаю. Либо вот здесь. О, батарея. Вот. Вот, гляньте, как он светит. Вообще прикольно, гля. Такая вот вещь. Вот она. И выключена. Так. Почему я себе взял вот этот, ему я взял вот этот, потому что вот этот мне неприемлем по моим меркам. Кстати, держит дней 20 зарядку, смело, если полностью заряжен, вот этот, это просто аккумулятор мега весь, а здесь, по-моему, он еще лучше. Так, ну теперь вот рассмотрим, распакуем, попробуем. Это вот надпись. Вот, кстати, не очень, конечно, здесь удобно вот каждую крутить, да? Но зато здесь реальная влагозащита. Кстати, когда топил вот тот другой телефон, там, естественно, обманка. Там нету вот тут, как здесь, прокладки и чего-то еще, поэтому влага, вода попала под там аккумулятор, и было там, короче, и в кнопки все-таки попало, и... но даже кнопки некоторые там что-то перестали, что попало делать. Короче, я его просушил, и он у меня работает. Вот в этом есть его плюс. Если бы туда попала эта вода, у меня уже попадала в другой наш обычный телефон, он бы не работал. Сюда она не попадет вообще. Вот здесь реально все организовано. Так, крышку скручу. Вот осторожно, вот видите, здесь прокладка. Осторожно, надо с этой прокладкой быть. Вот такой здоровый толстый аккумулятор. Мы убираем защиту. Здесь у нас
Симка 1, симка 2, симка 3. Он трехсимочный. И флеш-карта. Так. Включаем. Не видно, там не видно, не знаю. О, три симки. Ну, вот эту мы тоже вот так наклеим. Уберем, значит, у нас настройки. Вот, кстати, зарядка, будильник, калькулятор. Здесь немножко другое меню. Так, а что? А, вот здесь, наверное, фоны. Вот он язык. Здесь есть русский, вот он. И язык ввода тоже ставим русский. Все, готово. Вот теперь мы живем. Так, фонарь. Здесь включается вот этой кнопкой. Вот он. Фонарь тут бомба. Светит против вот этого. Видите разницу, да? Вот, вот никакой фонарь. И здесь какой фонарь. То есть это можно реально подсветить где-то вот, вот этим свечу, видите, и вот этим. Но с одним большим нюансом. Так, надо разблокировать, потом о, выключился. Вот, работает и без блокировки. Вот здесь у нас он включается вот так, а здесь у нас включается он нажатием на вот эту клавишу. О, видите, ну все равно удобно. Даже работает на заблокированном экране. Еще раз нажимаете, и он тухнет. Очень удобно. Далее. Телефоны оба громкие. Динамики здесь одинаковые. Вот здоровый здесь такой динамик стоит. Орут для глухих. Здесь у нас, естественно, какая влагозащита. Да вот крышка снимается, и все. Какая там влагозащита? Естественно, условная, так сказать, да? То есть туда попадает под вон там, вот там вот попадает все-таки вода, если его уронить. Но здесь у нас, видите, стоит прокладка. И вот эта крышка, она на саморезах. То есть здесь уже реально, реальная, да, защита. Далее. Почему? Давайте по настройкам пройду, потом в конце видео скажу, почему его взял. И, в принципе, все. Это у нас будильник. Это у нас... Сообщение. Так, контакты. Тут ничего еще нет. Журнал вызовов, тем более. Мультимедиа. Что у нас есть? У нас есть фотоаппарат. Тут 2 мегапикселя. У нас есть камера. MP3 прослушивать. Медиапроигрыватель, изображение и список файлов. Да? Дальше. Сообщение нас пока не интересует. Инструменты. Кстати, вот журнал вызовов меня интересует. Ага, здесь. Ладно, сейчас посмотрим. Инструменты. Интернет. Зарядка. Сокровище. Такое же было, как и сокровище. Точно в Land Rover. Но это фирма хорошая. Вот. Календарь, фонарик. Сигнал это, то бишь, будильник. Вот он, калькулятор, Bluetooth. Электронные книги можно читать. Часы, диктофон. Далее, настройки. Ну, профили понятно, здесь все настраивается. Телефон, время, дата, настройка языка. Клавиши быстрого доступа, вот видим, влево-вправо, вон стрелочки. Автоматическое включение-выключение, емкость батареи. У 94% у нас осталось заряжено. Восстановить стандартные настройки. Показать. Конечно, корявый перевод. Ну, здесь контрастность, подсветка. Кстати, можно вполне оставить 5 секунд. Блокировка пусть 15. Так, безопасность. Пин, пин, пин. Изменить пароль, конфиденциальность, заблокировать экран. Черный список есть. Дальше, настройки вызовов. Двойные карточки. Как там? Карточки, то бишь сим-карточки, наверное. Звонок запрещен кому-то. Черный список по-другому. Выберите строку. Это я не знаю, что это вообще. Но здесь меня интересует скрыть ID. Интересная функция, если работает.
автоматический повторный звонок, набор, вибрация при соединении, пусть, отклонить ответ сети нет. Вот, автоматическая запись разговора. Ну, голосовых сообщений, то бишь разговора, вызовов, то вот это вот реально классная функция. Вот, ребята, плохо, что ее вот здесь нет. Вот реально, очень плохо. Но все же я взял вот этот телефон. Дальше. Классная вещь. Вот оно в настройках вызовов. Это запись, соединение у нас. GPS не нужен. Выбор сети. Так, стоп. Ага. Запомнилось. Все. Что у нас еще есть? Вождение автомобиля. То есть надо вставить карту памяти и можно использовать телефон. Я так понял, как видеорегистратор, наверное. Что еще здесь есть? И сейчас посмотрим. FM-радио, контакты опять пошли. Жена вызову. Почему я взял все-таки вот этот телефон? Первое. То, что влагозащита здесь. Условная, бог с ней. Ну, как показала практика, фонарик здесь просто быстрее включается. Здесь он вот подержать немножко. Ну, видите, какая разница в фонарях, да? Вот это реально бомба. Второе. Почему все-таки я взял вот этот? Очень долго держит, я им очень доволен. Хоть говорят, тут батарея всего 2,5 вместо заявленных там 3. Смотрите. Видите, какие здесь разъемы? И смотрите, какие здесь. Кстати, вот здесь реально очень плотная. Когда я его бросал в воду, вот сюда вода попадала. Не такая вот. Ни о чем. Здесь нет. Здесь не попадет. Видите? Ее даже не отогнуть. Здесь у нас зарядка и USB. Очень плотная. Прям пробка. Вот реально вот там вот такими вот 1, 2, 3 ступени. Вот нажимаешь, они прямо... А вот здесь у нас есть разъем для наушников. Вот эту фишку я смотрел, потому что я заказал прошлый телефон. А здесь, видите, просто и он щель еще, и он щель. То есть нужно послушать музыку, куда-то едете, там на море или что-то, радио послушать. Этот телефон, да. А вот этот телефон уже нет. Наушники вы сюда не подключите, так же, как и в Land Rover. Вот, собственно, уже все, уже беру себе вот такой, хоть он там здоровый, там, охотнику, все-таки это вещь. С ним можно хоть куда. Уронили, не уронили, снег, не снег. Удобно, очень удобно держать вот такую махину в руке. Большой, мощный. Вот, поэтому все-таки бывают у меня поездки, и чтобы не менять симки и прочее, вот там наушники одеваешь и что-то слушаешь. Поэтому вот... взял именно этот. По аккумулятору вообще доволен. Заряжал я его, может быть, раз, ну, два раза. Ну, раз в месяц заряжаю. Вот я его буквально 3 дня или 4 дня назад. В понедельник, наверное, я его заряжал. Вот звонил, не звонил там кому-то. Вот все палочки, все. Ни одна еще не села. И аккумулятор здесь всего 2200. А здесь у нас заявлено... Где-то должно быть заявлено, я уже не помню. 2 мегапикселя камера, вон 64 мегабайта память. Где-то вот повербанк, но здесь он, по-моему, больше, он толще. Собственно, если кому-то нужна функция записи разговора в автоматической, то, конечно же, брать этот телефон. Если кому-то она не нужна, или все-таки нужны наушники, то, естественно, лучше взять этот телефон. Есть у них еще модель, она у меня есть, была на обзоре, такой железная вот здесь вставка, и с этой стороны это антенна. Эта же модель, вот, кстати, видите, здесь 68, а в этом, по-моему, 67. Ту модель лучше не брать, честно скажу. Мотайте видео, есть она у меня в ВК. Вот здесь видите New, то есть новый. Это такая переходная модель. И вот наподобие вот этой, вот здесь вот такие железные вставки. Я просто его уже подарил человеку. Вот тот телефон
с теми железными вставками выключается на морозе. Кинули во внешнюю куртку, все, он просто вырубился, вы кнопочкой вы его не включите. А за то, что поставит, вот аккумулятор вытащили, включили, он включился. Побыли на морозе, он опять вырубился. Вот этот уже проверен, 15 градусов мороза у нас, я его бросаю в внешний карман, он живой. То же самое будет с вот этим, уверен. Почему тот выключается, я не знаю. И постоянно, и я зимой захитался с ним где-то ходить, поэтому и человеку как бы отдал, не уносит во внутреннем кармане куртки. Что дальше? Дальше у нас, видите, здесь такие кнопочки четкие, большие. Вот чем хорош вот этот телефон и вот этот, смотрите, еще одна их функция. Видите, шрифт какой? Вот на этом даже он больше, чем на вот этом. Здесь реально огромнейший шрифт. Для людей с плохим зрением это плюс. Вот не хватает вот тут вот рычажка, вот раз фонарик, вот удобно сразу навел, раз, ну, не знаю, вот это включается, работает, светит. Фонарь бомба, прямо точка есть. То есть, для рыбака, для охотника, где вы там его взяли, уронили где-то в пруд и прочее, где-то на улице, там снег попал, не снег. Хорошие телефоны, вот такого плана телефон, я их взял на Али, намного дешевле, у нас он 6000, то есть от двух, которые стоят на Али, причем там есть акции и по 1700 они проскакивают, и по 2100, и там 1900, нужно смотреть, и до 6, которые он у нас стоит, и причем хуже аккумулятор, хуже камера, там хуже все остальное, не знаю, смысла платить, переплачивать нету. Поэтому вот из кнопочных телефонов, из сенсорных телефонов ВК Word пока лучшие. Не глючат. Четко слышно вообще. Кстати, чего не сказал, самое главное не сказал. Вот здесь есть фишка такая. Вот, кстати, меню только такое. Заходите в установки, и вот здесь есть магический голос. И видите, у меня его нету сейчас. Мужчина, женщина, ребенок. Вот оставляете ребенка. Есть эта фишка только в этом телефоне. Вот здесь есть эта фишка, вот там есть автоматическая запись разговора. Здесь у нас наушники есть, там их нет. Да? Но вот эта фишка, магический голос, звоните другу кому-то и прочему, вы говорите ребенком, вы говорите женщиной, и бесплатно абсолютно, встроенная. У меня родня вся вообще в восторге, когда я вот меняю голос, и все смеются, у тебя голос смешной, ставлю какого-нибудь ребенка или какого-то. То же самое, звонили с работы. Если вы не ответите, да вы плохой. А если вы отвечаете... Ну, не хотите отвечать, и говорите, а вы куда вообще звоните? После чего идет минутная пауза, и бросают трубку. Потом звонят опять, опять отвечает ребенок, куда вы звоните, что происходит? И опять они бросают трубку и больше не звонят. Вот, поэтому прикольная вещь, есть она только в этом телефоне, причем абсолютно бесплатная. Вот прям могу сейчас поставить и звонить куда угодно. Меняете голос, меняете интонацию, говорите там басом, не басом, в нос. Всегда говорит один ребенок, женщина, мужчина. Всегда говорит с одной интонацией, с одним тембром там и прочим. Поэтому тоже классно. Ну, собственно, вот и все, почему я взял. Если бы здесь была функция даже вот этого голоса, раз и... наушники. Вот все обламывают наушники. Вот почему вот здесь сделали реальную влагозащиту. Вот видите, даже не открыть ее. Там реально там она очень плотно закрывается, туда вода не попадет. Ну, наушники как-то бы, ну, можно было сделать. Но без наушников, ну что это за телефон? Без гарнитуры. Вы идете, выкинули его в карман. По гарнитуре там отвечаете, да? Или там
Ну, видите, здесь этого нет, поэтому я папику, они 300 лет не нужны, ему нужен размер, ему нужен фонарь, ему нужен вот такой телефон, который держать хорошо, аккумулятор, влагозащита. Кстати, они оба антиударные. Экраном здесь не будет ничего. Я вот тот телефон ронял, бросал, вот который с железными вставками, экран целый, и падал у меня вот так, и на асфальт, и где только не был. Целый экран. Поэтому для любителей таких телефонов не глючат, можно смело брать. Но берите только либо эту модель, либо эту. На Али они есть. Это называется New V3. Это называется V3 Plus, по-моему, да. А есть просто V3. Вот тот, который просто V3 с вот этими вставками, его брать не следует. Он меня замучил своими отключениями. Так, далее. Есть у этих же фирм сенсорные телефоны. Их можно тоже смело брать. Почему? Потому что экраны у них у всех антиударные. Фирма не глючная, проверенная уже. Уже, я не знаю, вот эти с этим сколько хожу, ни одного сбоя, ничего. Тот был около года, наверное. Только что на морозе выключался. А так летом с ним ходил вообще без вопросов. Вот, собственно, что хотел рассказать. Поэтому все-таки мой выбор пал на вот этот. Но здесь вот лучший сигнал там написан, да, но сюда бы, вот бы запись разговора. И в принципе мне бы другого и не надо. Даже с вот этими вот влагозащитой и этой бы хватило там, да, нежели здесь. Но если бы вот этот был с наушниками, я бы однозначно бы взял его. Прямо вот 200% я его уже собирался брать. Но я всегда... У меня уже был один телефон, вот такой Land Rover. Один в один, только Land Rover A6, по-моему, или A8. И вот там переключалка еще была. То подделка, это оригинал. Там аккумулятор был быстрее всего из пальчиков. Собранный, мы все видели здесь, хотя бы он черный, хотя бы похож на оригинальный, да, и, кстати, работает. Ну, собственно, что хотел сказать, вот такой шрифт, меню большое, удобный, хороший телефон, в качестве звонилки, охотнику, рыбаку, вот, кстати, вождение, ставьте карту памяти, он, по-моему, используется как видеорегистратор, вон камера, здесь. Мультимедиа, фотоаппарат. Вы можете сравнить сейчас камеры. Здесь тоже вот, видите, меню одинаковое. Мультимедиа и камера. Вот она сейчас положим что-нибудь вот тут. Ну, судя по всему, камеры вообще одинаковые. Видите? Вообще одинаковые, судя по картинке. Вот. Ну, собственно, экран здесь одинаковый, здесь все одинаковое. Размер, вот вы видите, вот так, этот побольше. И потолще, этот потоньше. Ну, такой обзор получился.